Так, моє тотальне та-да-да-да-да. Ми повертаємося до нашого бадьорого ефіру. Друзі, в Україні тотальна діджиталізація. Все переходить в онлайн. І сьогодні наша гостя Марія Веденічева розкаже нам про те, як же ж бути власницею інтернет-магазинів та шоурумів. І дивись, зараз все перейшло в онлайн. Скажи мені, як це вплинуло на твій бізнес? В первую очередь бизнес вырос. Сейчас как бы кризис, и кризис дает толчок к развитию онлайн-бизнеса. Но как бизнес растет, да, так и растет интернет-образование наших клиентов, которые раньше никогда бы не сделали заказ в интернет-магазине, а сейчас больше не остается никакого выхода, как делать заказ в интернет-магазине. Поэтому, например, люди старшее поколение, которые никогда бы не покупали, сейчас являются супер нашими клиентами и говорят: «Боже, почему я раньше не заказывала в интернет? Как мы жили без этого? Это же так удобно!» И говорят: «Я больше никогда не буду покупать в офлайн. Я только теперь буду онлайн покупать. Это очень удобно». Але, Марієчко, слухай, тут є і інша сторона медалі. Так, да. Якщо ми замовляємо щось в інтернеті, мене, наприклад, завжди спиняє те, що може не підійти розмір. Так, що я там помилюся, щось не те замовлю, потім оця морока, повертати. Да. Що робити? Як вирішити? От якщо ти вже замовила, так, а щось не підійшло, наприклад, розмір або щось під сунула на те. Ну, на самом деле, хорошие интернет-магазины уже никогда вам ничего плохого не подсунут. То есть, чтобы не бояться заказывать в интернет-магазине, просто выбирайте себе или известные интернет-магазины. Можно выбирать интернет-магазин, который расположен на маркетплейсах, да, есть украинские маркетплейсы. Там вы 100% будете застрахованы, да, от как бы мошенничества, да. Ваша покупка официально, она застрахована. Дальше. Выбирайте интернет-магазин с хорошими отзывами, да. Если нет отзывов, лучше отказаться от покупки там. Чаще всего уважающие себя интернет-магазины делают хорошую консультацию, то есть это сервис подбору, как бы уже каждый интернет-магазин должен, я считаю, предоставлять сервис как бы вот по подбору размера, по подбору. Тобто це що значить? Мають перетелефонувати, уточнити, так? Конечно. Ну, як мінімум розмірну сітку повинні обов'язково. Ну, во-первых, да, описание товара должно быть очень хорошее, чтобы клиент уже сам ответился на свои вопросы, да, и менеджер осталась минимальной. Но есть еще и спорные вопросы. Так. Я считаю, хороший магазин всегда подойдет индивидуально и рассмотрит заявку клиента очень подробно, чтобы подобрать максимально ему хорошо. Конечно, когда бросают, ну, не бросают трубку, а говорят: «Все, описание есть на сайте», это не хороший магазин. Знаете, как резко бывает отвечают. То краще одразу відмовитися, ну, і не лізти. Це плоха консультація. То це виходить так, що ти телефонуєш, щоб замовити, тебе повинні обслуговувати, а вони роблять вигляд, наче ти їм щось винен. Да, є таке, теж з таким. Катя сказала про те, що її дещо зупиняє від замовлення онлайн. От особисто мене зупиняє те, що я боюсь, щоб не кинули на гроші. Ну, це класика, розумієш? Да, буває таке. Що робити в такій ситуації? Як уберегтися? На самом деле, существує у нас в Україні закон о защиті прав потребителей. І в первую очередь, все-таки законодательно потребитель очень хорошо защищен. И практически 90% случаев, да, спорных, всегда потребитель остается в выигрыше. Но потребителям необходимо быть социально активными, сделать больше, как бы, то есть нужно быть более настойчивым, да, за себя бороться, за свои права бороться, да, в первую очередь с магазином. Некоторые просто думают: вот меня обманули, и потом этот негативный опыт выливается уже и на другие магазины, и ты просто не хочешь ничего больше никогда заказывать. Ну так, это такие стереотипы. Вот, то есть в первую очередь, если такое случилось, мошенничество, там, не хотят принимать возврат, вы должны понимать, что все это как бы можно решить. В первую очередь договориться. Если интернет-магазин не хочет договариваться, если он там непорядочный магазин, то есть можно пожаловаться. В первую очередь есть, например, Госпродпотребнадзор в Украине, да, но это больше по продуктовой части, да. Если, например, вот антимонопольный комитет, это вообще просто гроза, но это гроза крупного бизнеса, то есть не дай бог что, их сразу штрафуют на миллионы, ну это как бы сильная ябеда, я бы сказала. Тобто просто клиент может, как звернутися? То есть самое простое, это, конечно, договориться с магазином. Если не получается, можно позвонить сразу в банк, сказать, что перевел деньги в тот банк, с которого вы платили, и сказать, что, например, я перевела деньги, там мошенник, пожалуйста, заблокируйте карту. То есть это как минимально можно сделать. Заблокувати карту їм? Да. А якщо попросити банк перевести гроші назад? Чаще всего банк говорит, что уже это делать невозможно. Угу. То есть, скорее всего, ну, то есть это долгая, такая глубокая тема. То есть, да. Тобто банк спочатку, перш за все, їхній рахунок заблокувати, і потім вже, коли все з'ясується, вони повернуть гроші. Ваша цель не то, чтобы прямо, чтобы заблокировали, а вы потом просто интернет-магазину говорите, например, я обратился в банк, я, например, уже рассказал в социальных сетях о вас, там скриншот предоставили, да? Можно сказать, можно обратиться в полицию, написать заявление,
заявление и сфотографировать заявление с зарегистрированным номером ЕРДР. Для них это очень страшно тоже, и сразу решат все ваши проблемы. То есть, а вот что касается, например, ну, антимонопольного комитета, это, конечно, очень серьезный как бы, враг крупного бизнеса. Можно просто отправить жалобу в магазин, да, но в копию поставить антимонопольний комитет, или хоча б зробити вид, що ви це зробили. Хоча б, щоб вони це побачили. Слухайте, я зараз уявляю. Дивись, у нас просто формат інтерв'ю завжди такий, що Катя у нас іноді буває серйозна, але мені подобається, коли вона сміється, і мені подобається, коли сміються гості. І от прикинь, ти пишеш там жалобу в інтернет-магазин, в копії антимонопольний комітет, і в переписці антимонопольний комітет пише «Привіт» і «Смайл». І це все. Так, цього достатньо. Ну, тобто до цього, звісно, діло не доходить. Никогда. То есть хватает того, что вы говорите, я пожаловался в банк, я обратился в полицию. То есть можно обратиться и в налоговую. То есть на самом деле покупатель защищен, просто он никогда ничего не делает, да. Только делает вид, что вот меня обманули. Ну, потом нас просто надули так на гроші, и мы просто уже зробили вигляд, що такі всі інтернет-магазини нічого не зробили для того, щоб відстояти себе. Ну, дійсно, потрібно, ми самі маємо врешті-решт говорити, що ми заслуговуємо на повагу. Если такое случилось, то это говорит о том, что это очень, ну, нехорошие, может быть, это не интернет-магазин, может, это просто действительно, как бы вот, как сейчас есть фишинг, то есть подделка интернет-магазина. Так. Просто копируют сайты. Да, хорошие интернет-магазины, конечно, примут и обмен, и возврат, и решат все проблемы. Ну, і взагалі, я думаю, що якщо ми вже почали співпрацювати і замовляти на хорошому сайті, так. І там вже хороша репутація, Конечно. І жодного разу вас там не обманули, користуйтеся ним, так? Не бігайте по іншим тоді вже, будьте стабільними. Звісно, хороші інтернет-магазини також роблять скидки постійним клієнтам, тобто для них це ціль – розвивати повторні закази, тобто рости свою базу постійних клієнтів. Я Слухай, знаю. А скажи, будь ласка, топ-3 або топ-4-5 позицій, от по яким можна одразу зрозуміти, що це класний интернет-магазин, и все будет нормально. Значит, в первую очередь это отзывы. Если нет отзывов, не делаем заказ. Если есть хорошее описание товара, если есть качественные фотографии, возможно, видеообзор, это супер классно. Если сайт, например, размещен на платформе маркетплейсах, мне тоже, в принципе, нравится. Но опять же, мы все знаем известнейшие сайты, популярные, которые уже очень у нас там давным-давно, много лет существуют. Ну, то есть, вот такі от позиції. Це, я зрозумів. Марічка, я ще знаю, що от як людина, яка має великий досвід там в онлайн-продажах, так, ти знаєш, якісь смішні от бували фрази, так, вирази ваших клієнтів, взагалі от смішили клієнти чимось? Звісно, тому що все-таки наш народ дуже простий і дуже веселий. І от, наприклад, дзвонить менеджер клієнтки, вона зробила заказ на мужську обувь. Ну, добрый день, представляется, скажите, пожалуйста, вы не указали номер, размер мужской обуви. Ну, поднимает женщина, видно, она в селе живет, на украинском мове размовляет, говорит, чё, який розмір? Откуда я знаю? На Сережу, чтобы підійшло. И вот, и разбирайся. Или, например, на Сережу підійшло, ну что, вы не знаете, ну, действительно. Действительно, все же знают Сережу. Или, например, вот... Прости, люди. Или, например, чат. Чат, интернет-магазин пишет парню, видно, парень заказывает подарок девушке своей, выбирает платье. И какой вы хотите размер своей девушки? Парень пишет. Это просто супер. Он пишет, я не знаю, какой размер у моей детки. Она просто ягодка. У нее грудь персик, а попка дынька и осиная талия. Какой размер? Класс, роман. Вот выберешься сами. Да. Ну, это просто было очень супер. Ну, мы подобрали правильный размер парню, девушка осталась довольна, так что так, все хорошо. И еще такое питание. Відома на, все, на весь світ фраза «клієнт завжди правий». Ти дотримуєшся цієї фрази? Якщо ні, то в яких ситуаціях? Да, я придерживаюсь этой фразы. Я считаю, что клиент всегда прав, но тем не менее всегда существует человеческий фактор. И хотелось бы такой дать тоже совет клиентам, да, которые сейчас делают заказы, что представьте себе, что на месте менеджера, который вам звонит, сейчас ваша сестра, дочь, мама, хорошая знакомая. Так. І ви одразу перестанете бросати трубки, грубити, хамити і так далі. Так, до менеджерів теж має бути повага. Тому що це чиято робота, і це їх час. У вас же теж є робота, да, і ви не хочете, щоб вам грубили. Тому менеджер приходить на роботу, і він хоче теж добре поговорити з клієнтом. А деякі клієнти достатньо різкі бувають, тому от...
такі бувають разом. Ось так, друзі, завжди має бути взаємоповага. Що б ви не замовляли, яким би інтернет-магазином не користувалися, хочете, щоб вас поважали, і ви також спілкуєтеся чемно. Кому б ви не обирали там, чи взуття для Сережі, чи для дівчини, у якої попка ягідка, ну вже таке, так, класика жанру. У нас у студії, у гостях була Марія Веденічева, ми вам дякуємо дуже, власниця інтернет-магазинів, до речі, знає все про інтернет-покупки, дещо нам сьогодні розказала. Друзі, зараз той самий час, коли потрібно перейти на наш YouTube-канал «Правда тут медіа» і, перш за все, підписатися. А, по-друге, передивитися всі найцікавіші сьогоднішні інтерв'ю. І не тільки сьогоднішні. Дзвіночки, дзвіночки, ще раз дзвіночки. Хочете бачити ці відео і нові, і постійно, і завжди нові, і надзвичайно корисні та інформативні, дзвіночок тисніть. Ви будете першими, хто взагалі їх побачить і про них дізнається. We'll be right back.